Отважных бойцов и командир Красной Армии, доблести партизан и подпольщиков, мужество узников фашистских лагерей, жителей блокадного Ленинграда и захваченных врагом территорий, самоотверженности тружеников тыла. Смоленская область на себе испытала все ужасы, горе и страдания военного времени. За 26 месяцев оккупации гитлеровцы стерли с лица земли 9 городов и более 2000 сел и деревень. Разрушены 28 тысяч жилых домов, школ, больниц, фабрик, заводов. Убили свыше 500 000 женщин, детей и стариков. Угнали в рабство 165 тысяч смолян. Сегодня мы вспоминаем всех, кто пал от рук оккупантов. Пойми на фронтах, в тылу, в плену и лагерях смерти. Вечная память всем, кто не дожил до светлого дня победы, объявляется минута молчания.